«Хрустальные вершины» сюжет. После смерти папы Влад Рудич намерен покинуть горное село и перебраться в город, чтобы попытаться поступить в экономический вуз, но этому отъезду противится старший брат Степа. Одной страшной ночью в доме происходит пожар, в котором погибает Степан. Между братьями накануне трагедии случился конфликт. Односельчане подозревают Влада в поджоге, преднамеренной расправе над родственником. Но из-за того, что следователи не обнаружили улик, дело закрыли. Тем временем Лиза Каменева хочет поступить в художественное училище и заниматься делом по душе – рисованием. Но деспотичный отец заставляет ее становиться продолжательницей семейного дела. Не выдержав ссор, Лиза сбегает из дома. Спасаясь от преступников, она знакомится с Владом. Этот мужчина отбивает ее от хулиганов. Вскоре Каменева выходит за Рудича замуж. Казалось бы, начнется беспроблемная жизнь. Ведь у нее прекрасное образование, дающее хорошие перспективы, уютный дом и умный, умеющий зарабатывать муж. Но семейную пару ждут тяжелые испытания, так что просто так счастье им не достанется. Придется за него побороться. Как сложится судьба супругов, у которых в жизни происходит много трагедий? Сумеют ли они сохранить любовь? «Хрустальные вершины» 7-8 серия. У Влада Рудича скончался папа, он планирует отправиться в город из своего села в горах. Он думает поступать в экономический институт, но его старший брат Степан не хочет, чтобы Влад это делал. Ночью у них дома случился пожар, в котором погиб Степан. Вследствие ссоры, произошедшей днем раньше у Степана с Владом, именно Влада стали подозревать в том, что он поджег дом и убил своего брата.